2019 продемонстрировал динамичное развитие отрасли животноводства. Заметно увеличилось поголовье всех видов скота и птицы. Государственная поддержка оказана в размере более 318 миллионов тенге. Увеличилось число объектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день здесь из 992 зарегистрированных 877 действующие. В рамках программы «Экономика простых вещей» реализованы 4 проекта. Социальную помощь получили 2610 человек из малообеспеченных семей. Это 19% от общего населения. В целом, в 2019 в район вливались значительные инвестиции. 2019 год, он вообще особенный для нашей страны. За прошлый год хочу отметить, что в район были влиты большие бюджетные инвестиции. У нас район за вот эти 26 лет независимости больших бюджетных инвестиций не видит. У нас началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это для нас большое событие для такого сельского района, как наш, начал строительство многоэтажного дома 21-квартирного. В рамках программы «Рухани Жангру» мы отметили 185-летие нашего великого предка, великого композитора, поэта, импровизатора Біржансал Қожағұлұлы. Наш район носит его имя. Вот в прошлом году был большой юбилей. Школы подключены к широкополосному интернету. Все дети из социально уязвимых семей, а это 810 учащихся, получают горячее питание. Ведется работа по восстановлению сельских клубов. Населенные пункты обеспечены автомашиной скорой помощи. Однако имеются и некоторые проблемы. Были проблемы зарплата, пенсии. Сейчас проблемы иные. Сейчас население ставит проблемы интернет. Вот даже бабушки встают на собраниях и говорят, вот балам. Сөйлесейік тебек немерлермен, интернет жоқ, WhatsApp жұмыс істемейді. Какие везде есть проблема дорог. У нас 600, более 600 километров дорог в районе. Протяженность дорог большая. Из них часть областных дорог, часть республиканских дорог. Но львиная доля, почти 80% этой дороги районного значения. Еще водоснабжение есть. Проблема водоснабжения есть. Наряду с этим по-прежнему имеются вопросы с обеспечением качественной питьевой водой, оттока населения в город, энергоснабжение, кадровой политики в сфере здравоохранения. Работы над их решением продолжатся в текущем году. Сания Кубжасарова, Василий Вережников, Абайтулген, Кокшиахпарат.